эту тихую жизнь шерифа Оуэнса небольшого города подходит к концу, когда в городе появляется бежавший из американской тюрьмы могущественный наркоторговец с приспешниками. Полиция города оказывается последней преградой, которую преступники должны преодолеть на пути к собственной свободе. Бюджет новой картины составляет $30 миллионов. Съемки стартуют этой осенью. Ну а заявленный ранее фильм со Шварценеггером под названием «Плач мачо» застопорился. Подвела личная жизнь экс-губернатора и развод его с женой. Съемки пришлось заморозить. Ну а это было самое любопытное по версии студии 15. Роман Окин. До встречи через час. Максимум.